сейчас покажу, как можно сделать украшения из цветов, вот такие вот гвоздички такие, из обыкновенных формочек, вот я бумажных, для кексов. Вот так вот оно выглядит, так оно продавалось. Я думаю, они разные бывают. Вот я взяла такие разноцветные, и из них можно делать всякие интересные вещи. Вот я нарезала ножницами предварительно такими вот такими вот штучками. И теперь можно их собирать. Можно, например, взять, если синенькую и розовую. Можно так, можно вот так. Потом складываем вот так пополам. И еще раз пополам. И можно еще чуть-чуть вот так завернуть. И вот так распушить. Вот такая гвоздичка получается. Можно скрепить проволокой и сделать такой стебелек на проволоке. Можно просто пришпилить куда-нибудь шпилькой. Можно просто на скотч. Можно, не знаю, клеем можно, если надольше хотите приклеить. А, да, если шпильки используете, то лучше не там, где дети в комнате, потому что шпильки иногда падают, теряются, а дети, ну, как бы могут пораниться. Сейчас сделаем такой желтенький цветочек. В общем, все очень просто, а потом я покажу, как я украшу комнату. Вот такая гвоздичка. Вот я покажу, как я это делаю. Ну, через парочку. Я сразу по две беру, потому что, чтобы сэкономить время просто. Это ничего страшного, если даже чуть-чуть неровно. В общей массе они все равно будут смотреться симпатично. Если у вас есть такие просто белые штучки, нету цветных, то можно их просто покрасить акварельными красками. И все равно будет красиво смотреться. Так, вот. Просто, быстро, оригинально. Некоторые, знаю, на дни рождения украшают комнату шариками. Там это тоже, конечно, красиво, здорово. Но вот так вот, как я сейчас хочу показать, это будет довольно оригинально. Неожиданно для кого-то. Море цветов. Их, кстати, много можно сделать. Они быстро делаются, почему бы и нет. Вот молодец. Помогаешь маме, да? Так, давай не тут, вот тут приклей. Вот тут. Вот, давай вот так, смотри. С этой стороны. Вот. Вот сюда. Вот. Так. Маня! 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 Да. Да, я вижу, ты красивые цветочки сделал. Молодец. Ну вот как занавесочки смотрятся. Украшенные цветочками.
куда угодно их можно лепить. Украшать дом как хотите. Можно вот так в кучу налепить. Сколько не жалко. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.